ребята, сегодня выходной, пополняю запасы, которыми буду работать. У меня следующие разы опять два ситрака с переукладкой проводки и герметизацией штекерных соединений. Ну и нужно докупить кое-какой материал. А я обычно его заказываю, а на заказе сейчас нет. Но я решил докупить таким образом. Ну, соответственно, работаю с тяжками, да, пластиковыми, черными, размер 8 на 300. Бывает 8 на 350 использую. Длиннее не беру, смысла нет. Но ширину обязательно беру такую, потому что хорошие, удобные стяжки, не режет гофру, удобно работать. Они хорошие, пластичные, не ломаются. Нормально. Прихожу в магазин строительных материалов. Стоит нерусский продавец случай. Здравствуйте, что хотите? Я ему объясняю, говорю, мне стяжки, пожалуйста, в размер 8 на 300 или 8 на 400 максимум, но черного цвета. Приносит мне 4 на 500. Я говорю, это не то. Слушай, какой не то? Я говорю, ты что, не русский, что ли? Я тебе сказал. Мне нужно 8 на 300 или там 8 на 400 максимум. Слушай, раздели вот то, что я принес пополам, получишь 6 на 250. Я говорю, господи, ты что, на свай куришь, что ли? Ну, стяжки-то я купил. А вот что интересно, черные купить невозможно. Я же говорю, я под заказ это заказываю. Купил, бог знает где, на строительном рынке, хорошие фирменные стяжки. Но это ладно. Возвращаюсь с этого самого рынка. Осташковское шоссе. С правой стороны есть такой ресторанчик, называется Кунь-Лунь. Догадайтесь сами, от каких слов эти сокращения. Еще один сюжет для нашей психопанорамы. Химки рядом с Мега. Есть сервис, называется Факер Авто. Ну и, конечно, еще один сюжет для нашей психопанорамы. Видели когда-нибудь здание МЧС? Там на фасаде здания всегда написано «Предотвращение, спасение, помощь». Без запятых.